Как я говорил, тема продажи PS4 заслуживает отдельного видео. И как вы уже поняли, о продаже и покупке Next Gen консоли мы с вами сегодня и поговорим. Здесь также есть как плюсы, так и минусы, но во всем по порядку. Начнем с плюсов. Продав сегодня консоль от Sony PS4, вы получите деньги, которые затем вложите в следующее поколение PlayStation. И таким образом вы потратите не 50 тысяч, а 35 или же 30. В зависимости, какую именно консоль вы продаете. И в данной продаже есть смысл, так как продав четверку, вы по факту ничего не потеряете. PS5 поддерживает все игры прошлого поколения. Поэтому оставлять консоль, если ты желаешь перейти на Next Gen, смысла особого нет. Но если ты собираешь все консоли Sony, или проще говоря, считаешь себя коллекционером, то продавать прошлое поколение, конечно, не стоит. Но если тебе без разницы, на чем играть, ты не коллекционируешь технику, и в продаже видишь огромные плюсы, так как тебе банально придется отдать меньше денег за PlayStation 5, то в таком случае нужно было давно слить четверку. Но и сейчас продать PS4 особого труда не составит. Если ты играл на PS4 достаточно продолжительное время, и у тебя осталось много любимых игр, то их можно и не продавать, так как PS5 опять же поддерживает игры четверки. А если вы все это время покупали игры в сторе, то можно купить на БУ рынке один диск за 500 рублей и сделать обычный комплект с одной игрой, а аккаунт оставить себе. Кто не знал, нет никакой разницы, коробочная игра у вас или же игры в цифре. PS5 имеет полную поддержку игр прошлого поколения. Если вы все это время покупали игры в цифре, то скорее всего вы купите PlayStation 5 Digital Edition. А как все знают, ценник на эту консоль меньше, чем на обычную пятерку. И если у вас опять же есть бонусы от Эльдорадо и прочих магазинов, то покупка нового поколения становится прям золотой. Так как продав PS4, у тебя на руках будет 15-20 тысяч. Опять же, в зависимости, какую ревизию ты продаешь, плюс бонусы от магазина. Итого тебе новая консоль от Sony достанется условно за 1010 рублей, если это PS5 с дисководом. А если без, то вообще бесплатно. Это действительно очень выгодно и круто. Но, как я говорил в начале видео, есть как плюсы, так и минусы. И о минусах мы сейчас и поговорим. И первый минус — это ощущение. Я понимаю, что когда на первом месте стоит экономия, то на ощущение сразу же сбивается бол. Но однако, если вы будете играть, допустим, God of War версии PS4 на PlayStation 5, вы не сможете получить нужных ощущений. Я считаю, что играть в игры PS4 нужно на PS4 и так далее. Однако найдутся люди, которые будут со мной не согласны, и их также можно понять. По факту ты получаешь ту же игру, но вибрация, тактильные ощущения и зрительные будут не теми, которыми они должны быть. Так и глядя на четвертый DualShock, я сразу же понимаю, к какому поколению относится та или иная игра. Первый Last of Us есть в ремастере на PS4, и играть данную игру по факту можно. Если у вас не было PS3, даже нужно. Но опять же, ощущения будут не теми. И именно по этой причине я не могу продать ни одну консоль, которая у меня есть. В свое время я очень хотел поиграть в DevGem на PS2. Я понимал, что можно это сделать абсолютно бесплатно на ПК, просто-напросто симулировав данную игру. Но когда я брал в руку ПК-геймпад, я понимал, что это совсем не то. И по факту этот пример можно приводить к абсолютно любой консоли. PS1, PS2, 3 и даже 4. Неважно. Если вам нужны ощущения, и вы, допустим, играя на ПК в игры PS1, понимаете, что это совсем не то, то продавать консоли не стоит. Так как если появится желание вновь прочувствовать ту игру, ради которой вы когда-то купили себе PS4, то вам придется познать БУ рынок. Далеко не факт, что вы найдете то, что вам нужно, так как выбрать что-нибудь хорошее на БУ рынке – это очень нелегкая задача. И здесь мы плавно подошли к еще одному минусу – перепрохождение. Но данный минус тесно связан с ощущениями. Опять же, когда я купил PS2, я наслаждался играми двойки. Хотя по факту находить эмулятор на ПК возможность, конечно же, была. И у вас могут возникнуть вопросы. Почему ты рассказываешь про PS2, когда видео о продаже четверки? Все взаимосвязано. Я просто рассказываю то, что было у меня, на примере моих консолей. И по факту будет все то же самое, если бы я рассказывал не про PS2, а про четверку. Перейдя на PS5, у вас появится возможность играть в игры PS4 на пятерке. Это точно такая же ситуация, как у меня с эмулятором. Так вот, я наслаждался играми двойки. Я прошел очень много игр. Действительно очень. И далеко не по одному разу. То есть настолько ностальгия проснулась во мне. Все было прекрасно, и одним днем мне также захотелось поиграть и в единицу. Я скачал игры на PS1, вставил их в двойку, и здесь можно опять же провести параллель. PS2 могла запускать игры прошлого поколения. Точно так же, как и сейчас может PS5. Я запустил и сразу же понял, что это не то. Да, я прошел игр 10, но ощущения были не теми. Я понимал, что достаточно удовольствия я не получаю. Я стал искать PS1 и нашел. Это было очень трудно. Однако сейчас, если я захочу перепройти старые игры PS1 по 30 раз за сутки, то я смогу это сделать и буду доволен. Поэтому, если вы в этом плане понимаете меня и сами находились в данной ситуации, то продавать консоли прошлого поколения вы не станете. И да, когда я продавал PS2, PS3, PSP и прочие консоли, в тот момент мне было абсолютно все равно на них. Я делал это, грубо говоря, безжалостно, так как на первом месте у меня стояли деньги и в какой-то мере выгода. Я понимал, что если я продам PS3, я смогу без каких-либо проблем купить PS4 и так далее. Однако спустя год, или же вовсе меньше, я вспоминал, как мне было круто играть в третью часть God of War на PS3, как я пытался поскорее закончить свои дела, чтобы поиграть опять же в третью часть, но только Анча. И таких примеров масса. Да, эти игры можно было пройти на PS4, но ощущения далеко не те. Однако, если вы продавали множество раз консоли, и у вас не было подобных ситуаций, то продавайте их дальше, так как опять же выгода в продаже есть. Но также я говорил, что тема покупки PS4 вместе с
пятеркой мы с вами обсудим, поэтому плавно начинаем. Есть ли смысл покупать эти консоли сегодня? Конечно же есть. Я снимал отдельное видео на эти темы, так что если вы желаете более подробно обо всем узнать, то кликайте по подсказкам вверху и смотрите те видео, но также здесь я поговорю на эти темы. PS4. Данная консоль вышла в 2013 году, и она подарила людям много счастья. Если вы купили четверку на старте, то задуматься о смене, конечно же, стоит. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете. Купив на старте PS5, вы забудете о смене консоли лет на 7 и будете актуальны все это время. PS5 подарит вам новые эмоции, новый экспириенс, а также новые игры. Инновационный геймпад, футуристичная консоль, прекрасные игры. Все это может вам предложить PlayStation 5. Если у вас не было абсолютно никакой консоли, а также ностальгических чувств прошлым поколением PlayStation, то сегодня брать нужно, конечно же, пятерку. PS5 опять же имеет обратную совместимость. Я не зря заговорил о ностальгических чувствах, так как это ваша первая консоль. Вам будет абсолютно без разницы, на чем проходить God of War, Last of Us и многие игры Sony. God на экзы прошлого поколения станут вам доступны условно бесплатно. Вы покупаете подписку, и тем самым вам станут доступны лучшие эксклюзивные игры прошлого поколения. Игры, ради которых многие покупали новые, на тот момент консоли от Sony PlayStation 4. И в какой-то мере покупать диски особой необходимости не будет. Правда, если у вас появится желание поиграть, допустим, в какой-нибудь Far Cry или Assassin, то да, купить диск на четверку в такой ситуации можно. Игры на PS4 стоят очень доступных и адекватных денег, поэтому проблем с приобретением игр прошлого поколения у вас не возникнет. Также, если у вас не было консоли PS4 или же какой-нибудь другой, то приобретя PS5 вы сможете очень продолжительное время играть в игры PS4. И у вас может возникнуть вопрос, зачем покупать новое поколение и при этом играть в игры PS4? Адекватный ответ на данный вопрос у меня есть. Вы не были знакомы с игровой индустрией. Вы можете позволить себе купить новую консоль. Вы покупаете PlayStation 5 и играете в те игры, которые вам интересны. Но о играх PS4 мы чуть позже поговорим. И когда вы пройдете эти игры, время также на месте стоять не будет. И подешевеют те игры, которые в наши дни являются новинками. И получается, что вы, пройдя игры PS4, сэкономите деньги на играх, которые сегодня будут выходить. Также BO-диски начнут очень активно появляться на торговых площадках. И тем самым купить игру еще дешевле труда не составит. А если вы желаете, допустим, поиграть в Киберпанк, но Ассасина или же в крутейшие эксклюзивы Sony с чудесной графикой, то приобрести эти игры также можно. Вы их пройдете, а затем спокойно сольете на торговой площадке. И именно поэтому я рекомендую покупать исключительно PS5 с дисководом. Так как купив новую игру и пройдя ее, вы сможете продать диск и вернуть большую часть денег себе обратно, потеряв 1000 рублей или вовсе меньше. В зависимости, как долго вы будете проходить нового Киберпанка или же другие новинки. Однако, если вы не можете себе позволить Next Gen в виде PS5, и вы, допустим, долгое время собирали деньги на PS4, и тут вдруг выходит PlayStation 5, то четверку также можно сегодня рассмотреть. Рекомендую брать исключительно PS4 Slim или же Fat. Если увидели просто невероятнейшее предложение в виде PS4 Fat последней матовой ревизии с огромным комплектом игр по цене Slimки, то да, можно взять также и Fat. Но опять же, только последней ревизии, так как она самая практичная из Fat'ок. Slim рекомендую брать банально из-за цены, из-за того, что Slim'ка просто-напросто протянет дольше, чем первые Fat'ки. Про существование прошки можете забыть. Я не рекомендую покупать Pro, так как ценник лично в моем городе на прошку отличается почти в 2 раза от Slim'ки, а то и в 2 еще и сверху. То есть Pro брать однозначно не стоит. И купив консоль PS4 за 15 тысяч рублей, перед вами откроется дверь в прекрасную библиотеку игр. Сегодня четверка за свои деньги предлагает пользователям крайне выгодный гейминг — игры. Множество людей сейчас очень активно продают как консоли, так и игры. Найти выгодное предложение на торговых площадках можно. И так как вы вообще не были знакомы с данным поколением, то начать свое знакомство с PS4 стоит как раз таки с эксклюзивов — Last of Us. Игра сегодня стоит очень дешево. Если у вас не было PS3, то придется данную часть проходить именно на PS4. Игра очень годная, и несмотря на возраст, она сможет вам подарить достаточно разные эмоции. Поэтому, если вы не играли в Last of Us, то, наверное, кстати, упущенная однозначно стоит. Благо, игра сегодня продается за копейки, и проблем с приобретением у вас не возникнет. Если данная игра вам понравится, то вам не придется как мне ждать 7 лет, чтобы поиграть в продолжение. Второй Last of Us сегодня стоит где-то 2500, и не стоит забывать о том, что это игра 2020 года. Бесспорно, вторая часть Last of Us — это технический шедевр. Невероятная физика. Каждый объект имеет свою анимацию. Ты можешь дулом дробовика снести остатки стекла. Это действительно очень здорово. На канале когда-то давно выходил обзор на данную игру, поэтому, кому интересно, можете глянуть. В общем, если первая часть Last of Us вам зашла, то скорее всего, что вы сами отправитесь на БУ-рынок, где приобретете продолжение. Ну и, конечно, не стоит забывать про изумруд PlayStation — God of War. Легендарная игра и настоящий символ Sony. Однако, если вы не играли в предыдущей части God of War, то играть в продолжение, конечно же, не стоит, так как банально вы ничего не поймете. И игра по ходу прохождения у вас будет вызывать только вопросы. Поэтому, если вы не играли никогда в God of War, то вам стоит задуматься о покупке PS3, так как на тройке доступно 6 частей этой великолепной игры. Поэтому, если вы желаете познакомиться с спартанцем, то PS3 ваш выбор. Но если вы имеете представление, кто такой Кратос, чем он занимался и почему он ненавидит богов, то пройти продолжение безусловно стоит, так как игру опять же можно приобрести за адекватный прайс. Ну и чтобы видео не получилось длинным, я расскажу вам про потрясающий мир интерактивного кино. Если у вас есть PlayStation 4 и вы не играли в Детройт, то, наверное, кстати, упущенное нужно прямо сейчас. На BU-рынке данная игра стоит рублей
500. И за эти деньги Quantic Dream предлагает вам просто невероятную историю андроидов. Несколько играбельных персонажей, одна концовка. Но какая именно она будет, зависит от вас. Так как каждое ваше действие меняет ход игры. Все может закончиться хорошо, либо наоборот. Поэтому продумывайте каждое ваше действие. Я уверен, что после прохождения игры у вас появится желание вновь сесть и перепройти данный шедевр. И когда вы пройдете все эти игры, вы сами решите, что делать с вашей консолью. В то время рынок BU-дисков и консоли PS5 активно начнет развиваться. Вы сможете трезво оценить комьюнити и понять, а нужно ли вам переходить на Next Gen, а нужно ли продавать вашу консоль. Все это вам нужно? Но также, если вы совсем недавно приобрели себе четверку, то переходить на Next Gen на старте я рекомендовать не могу, так как вы совсем недавно занесли неплохую сумму за консоль. И какой смысл платить вновь? Тем более, новые игры на PS4 будут также выходить, поэтому вы сможете поиграть на своей консоли в новую часть Паука. Да, многие ждут продолжения. Если вы играли в Паука на PS4, и игра вам зашла, то можно купить нового Спайдера на свою консоль. Точно такая же история с второй частью Horizon. Правда, я не уверен, как данная игра будет выглядеть на старом поколении. Поэтому все же дождитесь, когда в Ютубе появится сравнение. Если графика на PlayStation 4 вас устроит, то купить второй Horizon также можно. Еще и Киберпанк выйдет, колда, Far Cry и так далее. Это я все говорю к тому, что не стоит расстраиваться, если вы приобрели четверку недавно, будто год назад или же вовсе раньше. Игры выходить будут. И как вы опять же поняли, не просто инди-шлак выйдет в будущем на PS4, а настоящие хиты в виде Киберпанка, второй части Horizon и так далее. Но если вы спросите у меня, стану ли я переходить на PS5, я отвечу нет. На Next Gen консоль на старте я переходить не буду. И это я уже много раз говорил. На смену консоли может повлиять только God of War, поэтому PlayStation 5 в моем доме окажется не раньше 2021 года. Но если начать обсуждать тему God of War, можно очень неплохо поразмышлять. На каждое поколение PlayStation ходил по две части God of War. На PS2 вышел первый и второй, на тройку третий Ascension, на PSP Призрак Спарта и Цепи Олимпа, но и на Vita две части с PS2. И получается, что на PS4 вышла только одна часть. И я напомню вам, что второй God of War на PS2 вышел в 2007. Тройке был тогда один год. И сейчас примерно такая же ситуация. Я ничего не утверждаю, но фразу Кратоса из трейлера на презентации «ты должен подготовиться» можно воспринимать по-разному. Либо ты должен подготовиться и запастись новой консолью к 2021 году, либо ты должен подготовиться к Next Gen, пройдя на своей консоли последний эксклюзив. В общем, варианты есть. Тема для рассуждения есть. Поэтому пишите свои мысли в комменты, будет интересно почитать. Ну а теперь перейдем к заключению данного видео. Абсолютно в любой ситуации есть как плюсы, так и минусы. И тема сегодняшнего видео не исключение. Я назвал плюсов продажи старого поколения, так же как и минусы. И именно поэтому каждый решит сам, что ему делать. Пишите в комменты, будете ли вы продавать PS4, будете ли вы покупать Next Gen консоль и почему. Также не забывайте подписываться на канал. Ну а теперь всем пока.